Джон Гарфилд. В фильме «Сила зла». Режиссер Абрахам Полонский. Это Уолл-стрит. Сегодня важный день, потому что завтра, 4 июля, я собрался заработать свой первый миллион. Разумеется, это был радостный день. Пока мое предприятие было не совсем легальным. Я был адвокатом цифровой лотереи. Доллар на 823. 823, один доллар. Доброе утро, мистер Морс. Доброе утро. Доброе утро, мистер Морс. Ставлю 10 центов на 776. 776, Боб, смотри, какое невезение. Выиграл 114, а поставил 10 центов на 113. Верно? Да. Из-за одной цифры упустил 60 долларов. 600 к одному. Завтра ты поставишь на 776? Нет, на 823. Меня сегодня чуть не сбила машина. Знаешь, какие были последние три цифры? 8, 2, 3. Если доживу до вечера, они станут моим счастливым числом. Верно, мистер Морс? Если тебя не убьют, все будут счастливы. 5 центов на 776. 776, 5 центов. Выигрышный номер определяется просто. Три последние цифры суммы ставок одного из забегов на ипподроме. В эту лотерею играли 20 миллионов человек по всей стране. Гангстеры, заправляющие лотереи, зарабатывали на ней свыше 100 миллионов в год. Мне было обидно, что столько денег улетает в трубу, вернее, в чужие карманы. Да? Мэри, говори всем, что меня нет, и отмени все встречи. До пятницы. Спасибо. Алло. Мистер Такер? Да, соедини. Хоп, одну минутку. Здравствуй, Бен. Хорошо. Я буду через несколько минут. Пока. Хоп, входи. Доброе утро, Джо. Доброе утро. Что скажешь насчет этой статьи? Луи, сегодня не надо чистить туфли. Холл запретит мошенническую лотерею. Ты слышал, что губернатор назначил нового прокурора? Прокурор взялся за расследование аферы. Линк Холл, да. Мы с его отцом вместе учились в Гарварде. А с сыном ты знаком? Когда ему исполнилось 4 года, я подарил ему пони, но с тех пор мы редко виделись. С каких пор? После биржевого краха в 29-м. Может, пригласишь сына на ужин? Зачем? Видишь ли? Луи, выйди на минутку. Спасибо. Наш клиент Такер будет признателен, если мы узнаем намерения Холла. Лишние неприятности нам ни к чему. Нам хорошо заплатят, если мы узаконим цифровую лотерею. Джо, ты грамотный адвокат. Но одно дело быть адвокатом Такера и его юридическим представителем. Ничего зазорного в этом нет. Этому даже учат в Гарварде. О чем ты?
А вот заниматься делами Такера, работать на него, это совсем другое дело. Адвокат не имеет права приступать к закону. Я честно делюсь с тобой деньгами, которые мне платит Такер. Я даже тебе новый галстук одолжил, а сам хожу в старом. Купи себе галстук в ларьке, когда пойдешь обедать. Луи! Луи! Дочисти ему туфли. Сколько здесь? 25 тысяч. Еще 60 тысяч в сейфе у меня в кабинете. И еще 50 тысяч у меня. Более чем достаточно. Мы возьмем в крупных банках еще 12 тысяч. И в банке твоего брата, разумеется, 13 тысяч. Остальные пусть катятся к черту. Синдикат приберет их к рукам. Ты сейчас идешь к брату? Бен, можно поговорить с вами на чистоту? Когда Эдна говорит: «Бен, давай поговорим на чистоту», я знаю, что она сейчас скажет какую-то гадость обо мне. Или какую-то глупость о себе. Я вам скажу глупость. Я ваш хитрый адвокат. И я занимаюсь тем, что превращаю вашу лотерею в легальное, солидное и очень прибыльное предприятие. Я пошел на это по двум причинам. В чем состоит вторая причина? Да, первая причина — это деньги, а вот вторая причина — это мой брат. Ему 50 лет, у него больное сердце. Если завтра выиграет 776-й, он лишится не только денег, но и жизни. Он схватится за сердце и умрет. Нищий старик — это страшная участь. Вот что меня беспокоит. Он не войдет в синдикат, пока я не расскажу ему о 776-ти. Ничего ему не рассказывай. Иного выхода нет. Ты нас всех погубишь. Нет. Он нас не выдаст. Нет. Лучше вообще не ходи к своему брату. Джо, давай выложим все карты на стол. Завтра, 4 июля. Согласно расхожему суеверию, завтра счастливой цифрой будет 776. Все мелкие игроки будут ставить все свои жалкие гроши на 776, верно? Да. Мы сделаем так, чтобы эта цифра выиграла, и банки лопнули, поскольку им нечем будет расплатиться. Я мог не вкладывать столь крупные суммы. Я мог обратиться к моему старому другу Фико, и его громилы из Чикаго быстро прибрали бы банки к рукам, как я прибрал к рукам торговлю пивом в 27-м. Но ты мне отсоветовал, ты же мой хитрый адвокат, верно? Да. Ты сказал, что развернешь общественную кампанию за принятие закона о легализации лотереи, и она станет легальной, как лотереи в Ирландии и на Кубе, или ставки на ипподроме у нас в стране. Но для этого мы должны вести себя пристойно, и я согласился, верно? Да. Да, твой брат попал впросак. Что поделать? Я не стану рисковать 200 тысячами из-за твоих сантиментов. Не волнуйся за брата, он не умрет от инфаркта. Зная, что у него есть богатый брат. Ты полезнее любых врачей и лекарств. Ладно, Бен, и запомни. О цифре 776 знаем только мы с тобой. Я больше никому о ней не расскажу. Вы мне не доверяете? Конечно, доверяю. Я лишь высказываю себе свою обеспокоенность. У вас спичек не найдется? Берите все. Я долгие годы не виделся со своим братом Лео. И вот я вновь возвращаюсь в трущобы, где мы родились. Он держал букмекерский банк, но атмосфера там была как в баре. Эти конторы называли банками, поскольку в них вкладывали деньги. Но в отличие от настоящих банков, шанс получить свой вклад обратно составлял здесь 1 к 1000. Таковы были шансы выиграть. Что вам надо? Я хочу поговорить с братом, Лео Морсом. Я Джо Морс.
Банки обычно размещались в чуланах бильярдных, на чердаках и в подвалах, или же на квартирах в кварталах бедноты, подобно банку Лео. Подождите здесь. Сегодня все ставят на 776. Люди такие суеверные, в День независимости все ставят на год провозглашения независимости США. Эта цифра ни разу не выиграла. Мистер Морс, к вам пришли. Он говорит, что он ваш брат. Брат, а как он выглядит? Как твой брат, а как же еще? Как поживаешь? Что тебе надо? А что, нельзя просто так прийти тебя навестить? Ты бы просто так ко мне не пришел. Какая разница, мы же братья. Ты пришел пообщаться или по делу? Мы ведь столько не виделись. В чем дело? Я очень занят. Лео, я пришел вытащить тебя из этой дыры и предложить тебе настоящий бизнес в благодарность за все. Ты же ведь мой старший брат. Приходи, когда я сдохну. Я рисковал всем ради тебя. Так что слушай внимательно. В твоем бизнесе скоро произойдут серьезные перемены. В городе 20-30 букмекерских банков. Ты один из самых мелких. Представь себе, что некий синдикат решил прибрать все банки к рукам. А мелкие, вроде твоего, закрыть. Вот теперь ты навострил уши. Допустим, синдикат сократит расходы, гонорары адвокатам, гарантии. Он снизит расходы и обеспечит гарантированную прибыль. Такие, как ты, разорятся, ты им не конкурент. Но допустим, твой брат превратит твой банк в главный банк в этом синдикате. В чьем синдикате, Такера? Войдите. Мистер Морс, я принесла выигравшие билеты. А что этому синдикату нужно от меня, братец Джо? Вступив в синдикат... От Дорис у меня нет секретов. Если хочешь, рассказывай, не хочешь, проваливай. Вступив в синдикат, ты будешь отдавать ему 2/3 прибыли за его услуги, а 1/3 оставлять себе. Однако 2/3 Тагеру, а 1/3 себе за свой собственный бизнес? Знаешь, как это называется? Шантаж. Откровенный шантаж. Мой брат меня шантажирует. Ты совсем с ума сошел? Ты меня не слушаешь? Не хочу. Знаешь, почему ты не хочешь? Потому что ты мелкий человек. В мелких делах ты силен. А когда я предложил крупное дело, ты орешь и обзываешься. $1,000,000? Ты явно ошибся адресом. Обратись к соседям. Я же сказал нет. Ты понимаешь, что синдикату ты не можешь сказать нет? Лео, я дарю тебе шанс разбогатеть. Забирай свой подарок и катись отсюда. Я честный человек, а не гангстер вроде Такера. Ты хочешь сказать мне, адвокату, что занимаешься легальным бизнесом? Как это называется? Подпольные азартные игры. 974-я статья Уголовного кодекса. Цифровая лотерея. Я честный, солидный бизнесмен. Честный? Солидный? Ты выманиваешь у доверчивых людей их последние гроши? Они проигрывают в лотерею деньги, которые откладывали на старость. Это мошенничество. Такер загребает миллионы. Ты — тысячи. И тебя устраивает. И $35 в неделю. Но все вы промышляете мошенничеством. Это моя секретарша, стенографистка и подруга, Дорис Лаули. Она работает у меня столько лет, она мне как родная дочь, а ты... Я хотел быть адвокатом и мог им стать, если бы выгнал тебя из дому после смерти родителей, но нет. Я работал ради тебя, как дурак. Я все отдал тебе. Почему ты так разговариваешь со мной при посторонних? Это ты для меня посторонняя, не она. Я всем расскажу, потому что ты мой брат, и я обязан всем об этом рассказать. Кем стал мой брат? Мошенником, жуликом и гангстером. Успокойся, Такер сделает тебя честным и уважаемым бизнесменом. Он дал мне 250 000 на общественную кампанию на легализацию лотереи. Она станет законной, как бинго. Я благодарю тебя за все, ты разбогатеешь, у тебя будет кабинет на Уолл-стрит в небоскребе. Соберись с мыслями. Ладно, я успокоился и собрался с мыслями. Я дам тебе спокойный и взвешенный ответ. Окончательный ответ. Нет. Я говорю тебе нет ни за что. И это твердый окончательный ответ. Нет. 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 Банти, это Морс. Никого рядом нет? Ты можешь говорить? Донеси в полицию, пусть они устроят обыск в банке моего брата. Я беру ответственность на себя немедленно, сегодня же.
Пусть брат поймет, что с Такером шутки плохи. Я хочу убедить его вступить в синдикат. Я на улице. Давай провернем все быстро и без шума. Пусть брат посидит за решеткой, пока я его не вызволю. Дорис, ты идешь домой? Да, мистер Морс, но прежде я хочу с вами поговорить. О чем? Мне трудно это сказать. Я весь день над этим думала. Говори, не тяни. Вы знаете, как я вам благодарна за все, что вы для меня сделали. Ты очень грустная. Что-то случилось? Я не забыла, что вы дали мне первую работу в жизни. Поверьте, я не забыла. Я не забыла, что в трудные времена, когда у вас самого не было денег, вы исправно платили мне зарплату. Я этого не забыла. Кажется, ты решила от меня уйти. Нет, я не ухожу от вас. Я готова на все ради вас и миссис Морс. Вы с ней были так добры ко мне. Но я ухожу с этой работы. Тебя обидели слова моего брата. Черная овца хочет, чтобы все овцы были черными. Да. И это легко, когда они действительно черные. Я весь день размышляла и пришла к твердому убеждению, что я больше не могу здесь работать. Не могу, и все. Я должна уйти. Тогда уходи. Увольняйся. Ты еще молода, но с годами поймешь, что зачастую людям приходится идти против своей воли. Я не говорю о вас ничего плохого. Я говорю только о себе. Я больше не в силах здесь оставаться. Тогда уходи. Простите меня, мистер Морс. Спасибо за слезы. Брат мистера Морса, адвокат Такера, верно, мистер Бауэр? Хуже того, он мозг Такера. Вот это мозг Такера. О чем ты? Кто там? Откройте, полиция. Быстро открывайте. Не с места. Руки вверх. Откройте дверь. Откройте! 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 В чем дело? К сожалению, мистер Морс, вы опоздали. Вы что, с ума сошли? Кто вас прислал? У нас есть ордер. Статья 974, выдан Милети. Мистер Морс, в чем дело? Ничего, не волнуйтесь, все в порядке. Все тихо спускаются вниз по одному. Патрульная машина ждет на углу. Кому вы звоните? Алло, соедините с Руди. Говорит Лео Морс. Вы не на того нарвались. Руди, представляешь, ко мне нагрянула полиция? Нет, они зашли чаю попить. Неважно. Я не нервничаю. Да, Милети? Где ваши наручники? Мой адвокат быстро подберет к ним ключ. Эта девушка зашла к приятелю, она у меня не работает. Меня это не волнует. Лейтенант, прошу вас. Я не могу ехать в полицию в машине. Там темно и тесно. Отвезите его в такси, я заплачу. Такси? Мы не на танцы едем. Ему нельзя ехать в вашей машине. Он болен, у него комплекс. Клаустрофобия, я с ума сойду. Он работал таксистом, такси свалилось в реку. И с тех пор он панически боится закрытых помещений. Раньше надо было думать, прежде чем нарушать закон. Мы посадим его впереди и откроем окно. Идем. Назовись вымышленным именем, а то про тебя в газетах напишут. Прекратите, мистер Морс. Мэри, почему ты не берешь трубку? Брат еще не звонил? Он еще позвонит, упрямый осел. Нет, я еще в квартире Такера. Я буду здесь. Да. Пока никаких новостей? Нет. Но он позвонит. Куда он денется? Продолжим. Садитесь. Вот вам 25 тысяч. Этого достаточно? Я дам вам сдачу. Он знает, как действовать. Я ему целый день твердил, он уже выучил наизусть. Какая цифра нам нужна? 776. Не волнуйтесь, мистер Морс. Выпадет именно 776. Первое, я сделаю последнюю ставку на третьем забеге. Джонсон уже договорился с кассирами. Второе, я поставлю ровно столько, чтобы последние три цифры, суммы ставок были 776. Третье, сдачу с 25 тысяч я верну Джонсону.
Иначе он мне шею свернет. Четвертое. Когда на табло появится 776, я позвоню мистеру Морсу в Боулинг Грин по номеру 75-432. Пятое. Завтра в 9 вечера я явлюсь в контору Джонсона и получу свой гонорар. И поклянись, клянусь своей могилой и Библией, что никому не расскажу, иначе Джонсон свернет мне шею. Отлично. Подсчитай сумму. Семьсот восемьдесят четыре тысячи триста двадцать четыре. Повтори. 784 тысячи 324. Бен, прокурор поднял весь город на уши. Может, не стоит пока лезть на рожон? Бенди, ты занимаешься политикой, а я бизнесом. Это обычная операция. Завтра выиграет 776, потому что нам так нужно. Завтра все банки в городе разорятся. И тогда мы одолжим деньги тем, кому сочтем нужным, а остальные разорятся. Мы обычные финансисты. После назначения Холла в городе не произошло ничего необычного. Он заслужил сигару? Заслужил. Бен, я позвоню в суд. Как тебе это удается? Таким я уродился. Кто-то рождается с двумя головами, кто-то с миллионом, а я с талантом. Полицейский участок, говорит сержант Динин. Говорит Джо Морс. Мой брат у вас? Да, мистер Морс. Он у нас. Дайте ему трубку. Не положено. Сделайте одолжение. Секунду, мистер Морс. Алло. Алло. Он не хочет с вами разговаривать. Скажите ему, что я могу его вызволить. Скажите, что я хочу с ним поговорить. Секунду. Оказывается, ничто человеческое тебе не чуждо. Ты способен волноваться. Джо, ты раскрылся, тебя видно насквозь. А ты не подглядывай, это некрасиво. Но мне интересно хоть раз заглянуть в твою окаменелую душу. Ты же сделан из камня, весь мир для тебя камни. Это ты ему расскажи. Я ему ничего не расскажу. Тогда я почувствую себя ненужной. Если ты чувствуешь себя нужной, то ты глубоко ошибаешься. Здравствуйте, мистер Морс. Что? Ваш брат сказал, пишите письма. Так ему и надо. Пусть гниет в тюрьме. Если женщина сможет понять, радуешься ты или грустишь, то она сможет радоваться и грустить с тобой. То, что я жертвую всем ради своего тупого братца, не значит, что я готов пожертвовать жизнью ради другого человека. Суд. Откуда я могу позвонить домой? Телефон за углом. Брайан всего-навсего убил Авеля. Но я здесь ни при чем. Я знаю, спасибо, что уплатил за меня штраф и открыл мне дверь тем же ключом, что и закрыл. Если не решишься, сегодня будет поздно. Джо, ты сегодня открыл мне глаза. Но полиция открыла их еще шире. Завтра я закрываю банк. Я забираю свой капитал и уезжаю, с меня хватит. Тогда закрывай сегодня же и уезжай, не жди до завтра. Я не жулик, люди сделали ставки в моем банке. Я должен рассчитаться, завтра я выдам клиентам деньги и закрою банк. И тогда я буду видеть в зеркале не твое лицо, а мое. Лео, я хочу тебе помочь. Чашечку кофе и стакан молока. Кофе холодный, сегодня в любом случае жарко. У меня есть 15 тысяч, и мне от тебя никакой помощи не нужно. Но ты можешь сделать для меня кое-что. Лео, послушай меня, это ты меня послушай. Этой девушке, Дорис, нужна помощь. Она уволилась прямо перед началом полицейской облавы. А сейчас ее вместе со всеми осудили и оштрафовали. Теперь по твоей вине ее никто не возьмет на работу. Устрой ее на работу секретаршей к своим друзьям на Уолл-стрит. Я буду тебе благодарен, если ты поможешь не мне, а ей.
Хорошо, я ее устрою, но если что-то случится, вряд ли мне понадобится твоя помощь. Я провожу Бауэра домой. Мисс Лаури, вас подвезти? Нет. Я что, прокаженный? Как и все мы, мистер Морс. Только вы еще не попались. Я вас всех вызволил. Заплатил за ваши штрафы. Что вам от меня нужно? Мне надо думать, как жить дальше, а вы мне в этом не поможете. Откуда вы знаете, все, чего я касаюсь, превращается в золото? На улице дождь, и я обещал брату отвезти вас домой. Это ложь. Вы правы, но я подвезу вас и без просьбы брата. Жизнь познаешь лишь, когда она прожита. Я вас подвезу, вы устали, я устал. Что между нами может случиться? Я попробую придумать счастливый конец для вашей истории. Мать послала меня в колледж, чтобы дать мне шанс на хорошую жизнь. У вас еще есть шанс. И у вас они были. Я знакома с Лео с 13 лет. Он все время о вас рассказывал. Что именно? Историю о блудном брате, который не вернулся домой. О том, сколько Лео для вас сделал и как мало вы сделали для него. Уличный мальчишка, уличный кот, возомнивший себя тигром. Вот что он рассказывал. Ваш брат не увольнял меня, даже когда дела шли совсем плохо. Я делала вид, что верю, когда он пытался обмануть себя, утверждая, что подпольная лотерея — не столь уж плохое занятие. Теперь мои отпечатки пальцев подшиты в уголовное дело, и я не смою это пятно до конца своих дней. И я всегда буду об этом помнить. Выбросьте это из головы. Вы попали в полицию по недоразумению. Что вы при этом испытали? Приятного было мало. Спасибо вам. Валите все на меня. Все считают, что виноват я. Серьезно? Сдачи не надо. Вы странный, очень жестокий человек. А вы, милое дитя, и хотите, чтобы я был с вами жесток? Почему? Потому что вы очень жестоко. Почему вы все время несете чушь? Потому что вы хотите, чтобы я жестоко с вами поступил. Чтобы я вас очаровал, соблазнил, лишил детской наивности, осыпал вас деньгами, и вы совершили грехопадение. Вот она, истинная жестокость. К чему вы клоните, мистер Морс? Что я должна думать о себе и о вас? Знаете, что такое жестокость? Это если я достану из кармана рубин, который стоит $1 миллион, и подарю его вам. Потому что вы прекрасное дитя, наделенное многими достоинствами. Потому что я хочу подарить его вам, ничего не требуя взамен. Это будет жестоко. А у вас есть рубин? Нет. В детстве фокусникам удавалось меня дурачить своими цилиндрами, черными мантиями и фальшивыми кольцами, потому что я слушала их болтовню и не следила за их ловкими руками. Но теперь я уже взрослая и побывала в полиции благодаря вам. И знаю, что дарить, ничего не требуя взамен, это не жестокость. Это извращение, это противоестественно. Человеку свойственно платить дорогую цену за достижение своей цели. Человеку свойственно хватать то, что плохо лежит. А вот быть альтруистом, обманывать самого себя и ничего не брать себе, как поступил сегодня мой брат. Это саморазрушение. Он ненавидит самого себя и своего брата. Он стремится внушить мне чувство вины. Он хочет, чтобы я жил с чувством вины. Июля, в День независимости, скачки проходили как обычно. Кто-то выиграл, а кто-то проиграл. Солнце дарило свой свет богатым и бедным в равной мере. Но мы с Такером разыгрывали миллионную ставку. Сегодня выиграла цифра 776. Банки на грани банкротства. Банки лопнули, а игроки крупно выиграли.
Я обратился к брату с последним предложением, чтобы спасти его и очистить свою совесть. Я отправился к нему домой. Здравствуй, Сильвия. Я был неподалеку и решил вас навестить. Здравствуй, Лео. Я слышал, что сегодня случилось. Я пришел сказать, что тебе выпал счастливый билет. Ты потеряешь свой уличный ларек и откроешь шикарный магазин. Я не знаю, о чем он, но не соглашайся. Мы остались без денег, но я рада, что ты бросил игорный бизнес. Лео, послушай меня хоть раз в жизни. А что ты посоветуешь? Ты вор, твой совет ломаного гроша не стоит. Лео, давай встретимся завтра в твоей конторе. И через пару месяцев ты уйдешь из игорного бизнеса богачом. Лео, не имей с ним дела, ты же бизнесмен. Да. Я всю жизнь занимался бизнесом, но ничего в нем не смыслю. У тебя же был гараж. Ты торговал недвижимостью. Это называется торговать недвижимостью? Жить от суды до суды, красть кредиты, словно вор. А гараж тоже мне бизнес. Я брал 3 лишних цента за галлон бензина. 2 цента шоферу, 1 цент мне. Цент одному вору, 2 цента другому. Я послушаюсь, Джо, и больше не буду красть жалкие гроши. Крупные мошенники будут воровать для меня доллары. Я устрою тебя в синдикат, ты ведь мой брат, я пришел сказать, что все не так плохо. Все равно я пойду в контору. Зачем? Даже банкрот должен привести в порядок бухгалтерию. Лео, я принесу тебе новые бухгалтерские книги. Ладно, давай поужинаем, раз уж ты пришел. Спасибо, но у меня мало времени, до завтра. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Сильвия. Мисс Лаури, как поживаете? Вам очень идут розы. Куда это вы? Наверх, на ужин к вашему брату и его супруге. Я бы к нему не стал ходить. Я все время с ними ужинаю. У вас нет занятий поинтереснее? Я сегодня не занят. Приятного вам отдыха. Я бы не стал им докучать. Они в ужасном настроении. Я подарил им 1 000 000 долларов, и они никак не могут их пересчитать. Они меня ждут. А я в прекрасном настроении. Я счастлив, спокоен. Вы не хотите испытать всю силу моего очарования? Почему? Из-за вас я не успела на лифт. Предложу вам лифт получше. Давайте устроим настоящий праздник. А что вы празднуете? Очищение совести. Чьи? Дорис, не будьте ханжой. Я испытываю к вам инстинктивную неприязнь. Я сам испытываю к себе неприязнь. В этом у нас нет разногласий. Идемте и будем пить, есть, танцевать, а на рассвете. Когда вы окончательно утомитесь, я поцелую вас на прощание. Вам будет скучно со мной, мистер Морс? Конечно, зато вам со мной будет весело. Не говорите «нет» вместо «да» или «да» вместо «нет». Вы напоминаете мне Лео. Он хотел вступить в синдикат. Он хотел, чтобы его вынудили. Вы такая же. Хотите сохранить несуществующее моральное превосходство? Вы вынудили его вступить в синдикат, Такер? Я сделал вид, что вынудил, а он сделал вид, что его вынудили. Вы этого хотите? Вы жестокий и бесчестный человек. Хотите прочитать проповедь? Пожалуйте на трибуну. Вы не знаете, что хотите от меня, и поэтому настроены недружелюбно. Приходите завтра в контору насчет работы, и мы поладим. Я больше туда не приду. Подарю вам обещанный рубин. Вы получали $35 в неделю, я буду платить вам 100. Я готов поспорить на букет роз, что вы придете. Джо. Кто вы такой? Это наш бухгалтер, мистер Бауэр. Почему так поздно? Больше я не потерплю опозданий.
Если вы не желаете сотрудничать, уходите немедленно. Синдикат предоставит финансирование на следующих условиях. Суда на покрытие выигрышей по ставкам на 776 будет выдано под залог бизнеса 6% годовых. И премию в размере $5000 после полного погашения суды. Все доходы банка будут изыматься, счет выплаты суды вплоть до полного погашения. Банк будет получать $75 в неделю, а затем треть прибыли, ясно? Мистер Бауэр, теперь вы станете бухгалтером крупного синдиката. Мистер Ричардс, я буду краток. У меня для вас плохие новости. Я к ним уже привык. Мистер Морс, нам надо срочно поговорить. Извините. Бауэр, в чем дело? Я увольняюсь, как и Дорис. Так что подыщите себе завтра кого-нибудь вместо меня. Завтра? Мне противно здесь находиться. Фредди, ты же видишь, я сам себе не хозяин. Мистер Морс, во что вы меня впутали? Это не я тебя впутал, а они меня. Вы впутали меня в это дело без моего ведома? Как вы могли? Ты пошел работать в игорный бизнес ради денег. Теперь ты получил повышение, стал бухгалтером синдиката. Ты будешь вести счета не одного, а сразу 13 банков. Ты стал большим человеком. Не хочу. Я больше на вас не работаю. Погоди. Лео, в чем дело? Он хочет уволиться. А как я без него проведу слияние банков? Ты занимайся лопнувшими банками, а я поговорю с Бауэром. Джо, скажу честно, мне такой бизнес не по душе. Что значит такой бизнес? Любой член организации должен выполнять свои обязанности. Ступай. Мистер Бауэр, зайдите на минутку. Мистер Бауэр, я бы хотел решить возникшее недоразумение. Я хочу уволиться, вот и все. Разве это порядочно? Может и нет, но я так решил. Зачем вам лишние неприятности? О чем это вы? Мы проводим реорганизацию игорного бизнеса. Нам нужны надежные люди. Вы не заставите меня остаться, не сможете. Что вы задумали? Я хочу стать вашим другом и работать на дружеской основе. Я считаю, что работников нельзя принуждать. Работники сами должны охотно выполнять свои обязанности. Они должны быть преданы своему делу. Как вы мне помешаете уйти отсюда? Если я скажу, что не хочу здесь работать, как вы меня остановите? Вас остановит синдикат. Намертво остановит. Намертво. Понимаете, мистер Бауэр, я хочу вам помочь. Что вы на это скажете? Если у вас возникнут проблемы, обратитесь ко мне, и я их решу. Это моя обязанность. Желаю всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Наверное, я уволюсь. Я не хочу работать в конторе, где заправляют гангстеры и полиция устраивает облавы. Видите эту монетку? Теперь она, как и мы, стала собственностью Татера. Я все равно уволюсь. Мне страшно здесь работать. О чем вы говорите? Нам не позволят уволиться. Вы же их слышали. Если я уволюсь, меня убьют. Это вас убьют, мистер Бауэр. Вы главный бухгалтер. Им нужно вы, а мы ни к чему. Скоро мы все останемся без работы. Газеты пишут, что Холл решил закрыть все эти банки. Но для этого ему надо установить, где размещаются эти банки и куда они переезжают. Вы идете, мистер Бауэр? Нет, я еще поработаю. Спокойной ночи, мистер Бауэр. Алло, соедините меня с канцелярией мистера Холла. Я хочу сообщить о местонахождении банка подпольной лотереи. Проведите облаву немедленно, и завтра, когда он откроется. А если он откроется вновь, проведите облаву снова. Я буду вам сообщать, куда он переехал. Я хочу, чтобы они закрылись раз и навсегда. Неважно, кто я такой. Если вы устроите облаву на этот банк, я сообщу, где находятся остальные. Если они переедут, я сообщу вам, куда именно. Адрес: Эджиком, дом 1721. Больше я не могу говорить. Одну минуту. Нам надо поговорить, мистер Бауэр. Кто вы такой? Меня зовут Оли. У меня есть к вам предложение.
Вы можете неплохо подработать на стороне. Меня никакие предложения не интересуют, минутку. Я работаю на Билла Фико. Он вместе с Такером торговал пивом. Причем здесь я? Фико хочет заняться лотереей. Ему нужна информация. И я могу вам помочь. Ему нужен список банков Такера, банкиров, сборщиков денег и ревизоров. Он хочет встретиться с Лео Морсом и обсудить этот вопрос. Обратитесь к Морсу напрямую. Он боится встречаться с Фико из-за Такера. Мы ведь конкуренты. Но если вы приведете Лео Морса в укромное место, мы с ним там встретимся. Все, о чем я вас прошу. Приведите его, а дальше мы сами разберемся. Я не хочу иметь дело с гангстерами. Какими еще гангстерами? Это же бизнес. Спокойной ночи, мистер Уиллок. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Мэри. Всего доброго. Что это за шествие? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Приятного отдыха. Мистер Морс, вас ждут в кабинете. Вы пришли за Рубином? Джо, можно тебя на минуту? Извините. Миссис Такер ждет тебя уже полчаса. Миссис Такер? Что ей нужно? Видимо, ей нужен ты, с нами она говорить не желает. Красивая женщина. Ты встречался с Холлом? Да, мы поговорили. И до чего договорились? Не знаю, мы просто пообщались. Ладно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Дорис, подождите меня, я ненадолго. Эдна, что тебя беспокоит? Я не могла позвонить, поэтому решила прийти лично. Позвонить насчет чего? Насчет телефона. Насчет какого телефона? Прокурор Холл прослушивает телефон Бена. Бен должен быть к этому готов. Холл взялся за дело, а Бен Такер его главная цель. Поэтому Бен меня и прислал. И ты будь готов. Я адвокат. Юридически я являюсь поверенным твоего мужа. Холл знает твой телефон? Передай Бену, пусть не волнуется. Прослушивание телефона незаконно. Я выясню для него этот вопрос. Тебя он тоже касается. Бен говорит, что если прислушаться, то можно определить, что телефон прослушивается. Слышен тихий щелчок. Тихий щелчок. Кто-то поднимает трубку. Тебя прослушивают. Ты говорил по телефону о своих тайных делах? Я говорю по телефону о любых делах. Я ведь обслуживаю клиентов. Ты до конца жизни будешь вспоминать, не сказал ли ты чего-то лишнего. Что ты от меня хочешь? Раз меня прослушивают, так тому и быть. Не злись, почему бы тебе не проверить? Бен уже проверил, и тебе советуют проверить. Тебя прислал Бен, или ты сама вызвалась мне передать? Я вызвалась. Почему ты всегда передаешь мне плохие вести? Что тебе надо? Что ты хочешь увидеть? Увидеть, что ты за человек, твое истинное лицо. Изучай своего мужа. Я хочу понять тебя. Чего ты боишься? Показать, что ты напуган? Если ты хочешь любить сломленного мужчину, то займись своим мужем. Я не монетка, которую бросают в телефон. Если ты не можешь любить иначе, то я тебе не гожусь. Тебе не хватает ни силы, ни слабости. Войдите. Я могу быть свободной, мистер Морс? Да. Проводите, миссис Такер.
Так я и знал, что Холл начнет вставлять мне палки в колеса. Но я не рассчитывал, что он будет действовать столь стремительно. Я был встревожен. Надо было что-то предпринимать. Суд не принимает телефонные переговоры в качестве улики, но умный адвокат может догадаться по ним, где искать улики. И в чем они состоят? Это был первый шаг на пути к разоблачению синдиката, а синдикат — это мы с Такером. Я понимал, что работая на синдикат, я иду на риск. Но я пошел на риск ради Лео, чтобы придать ему уверенности. Я лично явился на собрание банкиров. Чтобы помочь Лео, я стал запугивать Бауэра. Они могут проболтаться, а мой телефон не проболтался? И тогда я всю жизнь буду вспоминать, не сказал ли я чего-то лишнего. Точное время 19:23:15. А я совсем забыл про Дорис и был рад, что она терпеливо меня дожидалась. С ней я мог говорить без опаски. Мы прошлись по Уолл-стрит к церкви Святой Троицы, и она не отрывала от меня глаз, пытаясь понять, что произошло у меня в кабинете. Кажется, она решила влюбиться в меня. И раньше я бы не стал ей мешать. Она выгодно отличалась от всех знакомых мне женщин. Она хотела, чтобы я с ней поговорил и убедил ее, что я не понимал, с каким грязным бизнесом связался. Но меня привлекала мысль убедить ее в обратном. Мистер Морс, когда Такер занялся лотереей? Я расскажу. Это были времена экономического бума, и мне казалось, что деньги разлетаются по городу, словно аромат цветов, которые я вам подарил. Я чувствовал аромат денег. И тогда появился мистер Такер? Да. Он пришел ко мне. Что у меня общего с Такером? Он открыл свой карман, и я нырнул в него. Я сидел там, упиваясь своей силой. Я считал, что обладаю огромной силой. У меня было столько сил, что я добился своего. Мне не хватало сил устоять перед соблазном легкой наживы, но зато хватило сил урвать свою долю. Понятно. А теперь вы хотите уйти. Вот в чем ваша беда. Мисс Лаури, моя беда в том, что в моей душе полночи я не знаю, что принесет ей рассвет. Но на какой-то миг мне стало легче, когда я разговаривал с вами. Когда был рядом с вами. Только с вами я могу говорить без утайки. Я почему-то только вам могу изливать душу. Хотя сегодня я был готов поделиться даже с дьяволом. Спасибо. Дорис, это правда. В полночь мужчины не лгут, но сейчас я изливаю вам душу, потому что вы — это вы. Видите, как вы очаровательны? Что вы сейчас делаете? Вы обманываете себя или меня? Говоря, что любите меня. Нет, я не спешу признаться вам в любви, но если я вас поцелую, мне станет легче на душе. Правда странно? Нет. Вовсе не странно. Из автобусной компании? А что вы хотите купить автобус? Вы мне напоминаете одного полицейского детектива. Да, и как же его зовут? Я не запомнил его имени, но запомнил его лицо. Я автобусный инспектор. Если у вас есть жалобы, я их запишу. Здравствуйте, мистер Бауэр.
Здравствуйте, Дорис. Вы сегодня рано ушли с работы? Нет. Я плохо себя почувствовал. Я не пошел на работу, а потом все-таки решил пойти, но мне опять стало плохо. Я вам сочувствую. А я пришла попрощаться и забрать свои вещи. Я передам мистеру Морсу. Нет, раз уж я приехал, то лучше я скажу ему сам. Ладно. Лаури? Бауэр. Сэр, вы забыли шляпу. Нет, я не поеду в полицейской машине. Идем. Нет, у меня панический страх. Да, страх перед законом. Отпустите, я здесь не работаю. Сейчас будут рассматривать наше дело. Я сказал прокурору, что мы признаем вину. Мы уплатим крупный штраф. Уплатить штраф может любой дурак. Но раз полиции достаточно одного телефонного звонка, чтобы устроить облаву на мой банк, я хочу, чтобы политик, которому я плачу 50 тысяч в год, дал мне ответ. Почему и за сколько? Кто, почему и сколько ему заплатили? Эта история? Эта история мне не нравится. Бен, это Годспид, один из наших банкиров. Говори. Я вышел выгулять собаку, и вдруг ко мне подъехала машина. Это был Фико. Помните, вы с ним торговали пивом? Бен, откуда взялся Фико? Давай, рассказывай. Он хотел разузнать все о банках, где они находятся, кто банкиры. Все данные о синдикате. Я ему сказал, что ничего не знаю. Тогда он избил меня, отобрал записную книжку и вышвырнул из машины. Это все? Со мной ни разу такого не случалось. Что мне делать? Продай собаку. Бен, что происходит? Я знаю, что хочет Фико, но он ничего не получит. Он знает все про Холла и думает, что мы испугаемся его громил и возьмем его в долю. Я скажу ему прямо в лицо, я не боюсь Холла. А с ним буду говорить только на языке пистолетов. Сейчас нам надо мыслить здраво. Вот я и мыслю здраво. Пусть лучше всех нас перестреляют, чем я потеряю хоть один цент, вложенный в синдикат. Я взял Лео в синдикат не для того, чтобы он лез под пули, но теперь я чую запах крови. Пусть Лео заберет свою долю и выйдет из синдиката сегодня же. Вот как ты со мной заговорил. После того, как я отдал ему главный банк синдиката, я его сменю. Я отдам Лео его долю и займу его место. Я не против. Но если ты начнешь работать с банками, вникать во все мелочи, ты уже не сможешь сказать, что ты всего лишь адвокат Такера. Ты станешь компаньоном Такера, а с братом поступай как хочешь. Штат против Фредерика Бауэра. Идем. Дорис Лаури, Генри Милл, Бенджамин Такер. Она там, мистер Морс. Вы что, не видите, что я разговариваю? Дорис, я хотел поговорить. Пришлите мне счет, я оплачу ваш гонорар. Мама, я скоро буду дома, не волнуйся. У меня нет времени на споры. Я хотел попросить прощения. Но вижу, что это излишне. Мне от вас ничего не нужно. Вы лучше побеспокойтесь о Лео и о себе самом. Наш бизнес сопряжен с риском. Но тебе незачем рисковать. Я смотрел на тебя в суде. Ну и что, Джо? Если бы я полюбила тебя, то тоже стала бы грязной и продажной тварью. Я не хочу тебя любить и не желаю тебя видеть и знать. И постараюсь поскорее забыть. Я тебя туда не звал. Ты не позволил Лео бросить игорный бизнес. Он сам не хотел. Ты его соблазнил, а теперь пытаешься соблазнить меня. Ты хочешь, чтобы я забыла, кто ты такой на самом деле? Лео не такой, как ты. Ты принесешь ему не богатство, а гибель. А я не хочу погибнуть из-за любви к тебе.
Лео, я договорился с Такером. Сегодня ты выйдешь из синдиката. Я выплачу тебе твою долю. Забирай мою долю себе. Эти грязные деньги ничего хорошего мне не принесут. Мне не нужна такая доля. Деньги Такера мне не нужны. У денег нет моральных устоев, зато у меня есть. А теперь я обращаюсь к тебе как старший брат, который всю душу в тебя вложил. Остановись. Подумай. Я уже старый, боюсь, что мою смерть некому будет оплакивать. Я отдам тебе деньги, и ты свободен. Фредди, идем со мной. Я хочу выпить воды. Я еду к себе в контору. Мистер Морс, я хочу вас предупредить, если кто-то передаст вам отчет по телефону, ждите облавы, неважно, кто вы и с кем дружите. Устраивайте свои облавы, детектив, я ушел на пенсию. А вы, мистер Бауэр, когда позвоните в следующий раз, попросите Игана, автобусного инспектора. Я лично вас обслужу. Ты что? Ты смерти своей хочешь? Уиллок и Морс. Алло, говорит Уиллок. Я собрал все документы, но не могу открыть сейф. Видимо, он поменял шифр. Ладно. Я пошел. Я знал, что больше никогда не вернусь в этот роскошный кабинет. Я видел стену, затянутую паутиной, и вывеску «Сдается кабинет для молодого, энергичного и честолюбивого адвоката».
Купи булочки. Я тебя подожду. Фредди! Вот черт! Фредди! 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 Вот дурак, что ты вытворяешь? Отстаньте! Что ты затеял? Ты решил превратить моего брата в убийцу? Ты ведь хочешь жить и есть эти булочки! Отпустите меня! Не смей так говорить. Лучше я сам тебя убью, но не позволю превратить моего брата в Каина. Бауэр, вы меня помните? Я Уолли. Пора устроить встречу между Фико и Лео Морсом. Сегодня? Я не могу. Бауэр, я помогу вам выбраться из этой западни живым. Ваш приятель так и не пришел. Вам надо поскорее освободить столик? Я такого не говорил. В ресторане пусто. Вы не теряете из-за меня чаевых? Мне все равно. Мне до 3 ночи работать. Я думал, что вы хотите что-то заказать. Мистер Бауэр, уже поздно. Он сказал, что приедет. Я думал, вы уже не приедете. У меня отобрали машину, пришлось вызывать такси. Я рад, что ты позвонил. Я рад, что ты согласился спокойно меня выслушать. Я хочу тебе помочь. Кофе. Я знаю, как скверно у тебя на душе. Это был плохой и глупый поступок. Дать моему брату пистолет, чтобы он тебя убил. Ты ведь этого хотел. Я знаю. Я тоже когда-то искал смерти. Чтобы убийца принял на себя все мои грехи. Мистер Морс, я хочу одного. Уволиться. Больше ничего, а мне не разрешают. Если я не уволюсь, я умру. У меня больное сердце. Я могу умереть в любой день. Так и живу. По дурацкой привычке. Бывает, мне кажется, что я умираю. Здесь... И здесь. И здесь. Я дышу и умираю. Фредди, что ты наделал? Фредди, что ты наделал? Спокойно, тебя не тронут. Быстро, у нас мало времени. Вставай. Идем. Стой. Остановите его. Он меня знает. Убей его. Он меня знает. Джо, раз ты не ешь, я тоже не буду есть. Съешь что-нибудь, тебе полегчает. Я поел, и мне полегчало. Возьми себя в руки. Хватит пить, съешь что-нибудь. Может, поедешь домой? Сделай что-нибудь. Пусть играет погромче. Я хочу рассказать даме одну тайну. Слушаюсь, мистер Морс. Да, это тайна, я не хочу, чтобы все услышали, что Линк Холл, приятель моего компаньона, загубит завтра всю мою жизнь.
Почему же мы тогда здесь сидим? Если все так серьезно, зачем ты напился и несешь всякую чушь? Я трезв, как стеклышко. Сегодня праздник. В праздник мы отмечаем события давнего прошлого. Мы празднуем смерть. Ты говоришь, словно покойник. Я и есть покойник. Я лишился профессии. Мне конец. Когда это произошло? В день, когда я появился на свет. Прости, что впутал тебя в эту историю. Девушку, которая ищет достойный заработок. Я тоже был парень, который искал достойный заработок. Идем танцевать. Джо, я хочу тебе помочь. Будь серьезным. Я серьезен. Джо. Не бойся, ты еще не испытывала настоящего страха. Ты не знаешь, что такое вставать утром, ложиться спать ночью, обедать и читать газету, слушать пение птиц и звуки трубы в ночном клубе и все это время, где бы ты ни был, что бы ты ни делал, твое сердце разрывается от страха. Разве это жизнь? Джо! Играйте громче. Давайте, играйте! Разве это жизнь? Джо, у тебя не было цели. У человека должна быть цель в жизни. Надо добиваться цели любой ценой. Я рисковал, чтобы заработать миллион, но зачем он мне? Я проиграл, но пусть Холл не думает, что я проведу всю жизнь за решеткой. Я уеду. Я сбегу с карманами полными денег. Поедешь со мной? Если захочешь, все эти деньги станут твоими. Мне не нужны эти деньги, они никому не нужны. Мне нужен ты, Джо. Я спасу тебя ради нашего счастья. Ты попал в западню и совсем обезумел. Но почему ты не хочешь из нее выбираться? Не знаю, за что я тебя полюбила. Сэм? Война между Такером и Фико. Лео Морс похищен, бухгалтер убит. Джо! Фико, ты уже принял решение? Я еще подумаю. Есть только один выход. Ты взялся за оружие и поднял на уши весь город. Ты убил человека. Ты еще одного похитил. Я остался за бортом. С револьвером в руке и без гроша в кармане. А у тебя есть деньги и синдикат. Я хотел войти в долю. Ладно, я тебя возьму в долю, только на моих условиях. Как скажешь, главное, возьми меня в долю. Ладно, ситуация такова. Все стражи закона, от постовых до прокурора и губернатора, после сегодняшнего убийства ринутся наводить порядок. Они станут беспрерывно устраивать облавы на мои банки, и все мои работники захотят уволиться. Я хочу, чтобы твои ребята отбили у них это желание. Не останавливайся ни перед чем. Как бы ни старался Холл, банки должны работать. Я хочу, чтобы деньги поступали бесперебойно. Чтобы никто не уволился, даже уборщица, понятно? Договорились. Этот телефон прослушивает Холл. Это прямая линия в прокуратуру. Запомни, Фико, никаких телефонов. Ничего не обсуждать по телефону. Все линии прослушиваются Холлом. Держи связь со мной через Джо Морса. Докладывай ему обо всем лично каждый день.
Он знает, где меня искать. Я не смогу работать с Джо Морсом. Зачем он тебе нужен? Избавься от него. В трудную минуту от него не будет никакой пользы. Кроме того, он на меня в обиде за брата. Я с ним поговорю. Отпусти его брата, а я разберусь с Джо. Все не так просто. Джо, ты с ума сошел? Зачем ты явился посреди ночи? Я всю ночь тебя жду. Где тебя носило? Бен, где мой брат? Где мой брат? Где мой брат? Где Фико? Куда он его увез? Фико здесь. Мы с ним договорились. Он поможет мне разобраться с Холлом. Джо! Успокойся. Джо, ты мне уже до смерти надоел со своим братом. Где мой брат? Я руковожу синдикатом, а ты работаешь на меня. Вместе с Фико. Ясно тебе? Фико утром отпустит твоего брата, а ты проследи, чтобы на допросе он не проболтался. Лео Морс не проболтается. Он умер. Почему ты мне не сказал? Ты не спрашивал? Где он? Я велел выбросить его на берегу реки. Под мостом у маяка. Пусть там и лежит. Фико, я пока увезу Джо из города, чтобы полиция не смогла допросить его, когда найдут труп его брата. Бен, может, ты уедешь один? Морс больше не нужен синдикату. Конечно, Фико гораздо нужнее синдикату. Он ведь убийца. Он хочет меня убить, верно, Фико? Конечно. Как ты убил Бауэра, да, и моего брата. Да, как твоего брата. Джо, заткнись. Бен, скажу тебе честно, я не хочу попасть на собственные похороны. Ты ничем не лучше, Фико. Ты был бандитом и убийцей, пока мы не стали компаньонами. Я тебя научил, как вести дела, не боясь полиции. А теперь ты взялся за старое. Ты сговорился с Фико, который убьет любого, глазом не моргнув. И я стал тебе не нужен? Ты был убийцей и снова хочешь им стать. Но я не хочу валяться под мостом, как мой брат. Я выйду отсюда живым и отправлю вас на виселицу.
Говорит Джо Морс. Передайте Холлу и полиции, что я приеду через час. Дорис ждала меня внизу. И мы ушли до прибытия полиции. Я хотел отыскать Лео, чтобы взглянуть на него в последний раз. Уже наступило утро. Меня обуревали ужасные чувства, когда я бежал к реке. Я спускался по лестнице, словно в преисподнюю, чтобы отыскать брата. Я нашел тело брата внизу. Его швырнули на камни у берега реки, словно старую, ненужную тряпку. Он был мертв. Но мне казалось, что это я его убил. Затем я отправился сдаваться Холлу, потому что понял, что не хочу кончить свою жизнь, словно мусор. Я решил покончить с этими негодяями. Раз и навсегда. Я решил их разоблачить. Сила зла.